Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки. И сегодня будем играть в игру под названием Chim Metal Lock 3. Опять же начинаем с хрен знает какой части, как обычно, и играем за синего слоненка, которого мы как-то играли. Лут, по-моему, как-то лут называлась игра про слоненка, если помните, пришлось ее, правда, удалить, потому что на ней были авторские права. Ну вот, снова мы встретились с этим слоненком. Как-то я, кстати, тоже немножко наиграл, поэтому надо будет это все удалить. В общем, в чем суть этой флешки? Нам предстоит выполнять разные ачивменты, чтобы угодить королю хомяков, которого мы сейчас увидим. Вот он, милашка. Вот, в общем, он говорит, принеси нам 600 каких-то там камушков, тогда я, говорит, тебе это... Камушки это или зернышки пелятся, я не помню, что это такое. В общем, суть у нас получать постоянно ачивменты. Вау, я загорелся! Что за черт? Зачем поджарил слоника? В общем... О, вау, как ты здесь оказался? Не понял. Это то, что я сгорел, что ли, или что? Так, ладно, в общем, нам цель принести 600 пилетов вот этому королю хомяков, после чего он нам... После чего нам что-то нам даст. Может, свободу, потому что он сюда заманил, написал тут бесплатные конфетки, все дела, ни хрена тут нету. Вот так вот. А чимитов, конечно, здесь тонна, просто... Из-за них мы, кстати, получаем пилеты, по-моему. Вот, в общем-то, сколько у нас здесь чимитов в прогрессе, вот. Так, хватит уполняться, я не могу показать, сколько их. Всего их 400, и тут позже, да, тут задание типа «Постой на месте», «Отойди, попей чайку», и тогда ты выполнишь ачивмент, там, что-нибудь сделай еще. В общем, такие банальные задания, но их очень много, и каждое надо выполнить, чтобы пройти полностью игру. Игра от Соника, опять... От Слоника, от Соника. Просто все-все шикарные, что играли до этого, где нам надо было собирать лут, я, к сожалению, забыл, как она называется. Многие даже постили и спрашивали, почему пропал этот ролик про слоника, где надо было собирать разные шмотки, прокачиваться. Ну вот, если вы все еще каким-то образом заинтересованы, почему этой флешки нету, то пришлось ее удалить из авторских прав. Так как автор вот этих флешек очень любит использовать музыку, на которых авторские права. Так, кстати, вот аппарат, на котором мы меняем монетки, которые мы заработали за чимиты, на пилеты. На эти камушки, не знаю, зерна это что это вообще, я не знаю. Не помню, что такое перец, к сожалению, в переводе. Так, о, кормушка. И зачем это? Да, превратился в мокренького слоника. Так, куда можно пойти? О, здесь вот. Сейчас обменяем все эти пилеты, потом отнесем его нашему королю хомяков. Там после этого нам должен дать будет еще и пару этих... пару труб открыть. Они сейчас у нас запечатаны, вот эти трубы, и с ними ничего нельзя сделать. Так. Сейчас еще обменяем. Отлично, 168. Все, пойдем, пойдем к королю. А, стоп, здесь уже есть этот. Да, я сюда уже запрыгивал. Секретный уровень. О. Все, сейчас здесь заберем. А, отлично. Теперь у нас целая куча пилетов. Марио труба, кстати, с которой мы появляемся. Ну-ка, кстати, если мы себя убьем, что-нибудь будет? Здесь есть кнопка самоубийства. Который можно вот так вот делать и выполнять ачивменты, кстати говоря, я совсем забыл. Оп, 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 оп. Эй, блин. Труп слоника выкинул. Напоминает игру Life Goes On, которая недавно вышла. Там надо было убивать своих рыцарей, чтобы пройти дальше. По трупам своих рыцарей проходить дальше. Такая забавная логическая игра. Я в нее толком не играл, так пару роликов и видел. Может, как-нибудь поиграю. Так. Если вам, кстати, эта серия понравится про Achievement Unlock, вот это именно часть, третью, если понравится она, потом можно будет пройти вторую, первую, если много лайков соберет. Так, все, отлично, мы отдаем эти билеты, хомячок радуется. Так, да, держи, держи свои камни, отстань только, хватит слишком много, он говорит, открыл тебе спортзал, в общем. Можешь там поразвлекаться, подкачаешь свой хоботок. Так. Да. Сейчас придется подождать, потому что он больно любит болтать. Кстати, по-моему, там написано на нем, сколько надо чимитов выполнить, чтобы хватило этих. Почему-то кубок написан или... А, нет, это просто, наверное, сколько пилетов надо ему отдать. Держи. Чуть-чуть не хватит там, наверное. А нет, хватило 200. Я думаю, у меня их поменьше будет. Так, да. Все, можно валить. Так, что там открыл мне? Пойдемте изучать. О, верхняя труба открылась. Так, что там интересного? Время приключений. Бункер? Это бункер? О, интересно.
О, я вижу там этот. Оп. Ух ты, здесь какая-то доска, что это такое? Статистика, что ли? О, тихо, чуть не убился. Так, что это? Оп. А, ну да, статистика. Текущая статистика. Так, интересно, вот пол постоянно у нас... На что-нибудь я напарюсь, что-нибудь использую, становится зеленым. Якобы я это использовал, видимо, есть такой чимит. Наверное, по сути, стоит все задевать, но мне это пока не охота, потому что еще у нас тонна заданий, и можно что-нибудь, чем-нибудь другим заняться пока что. Так, ух ты, это что такое? Ну-ка. Видимо, я могу изменить внешность? Забавно, давайте будем пиратом. Так. Пират-слоненок в клоунской одежде, почему бы и нет? Забавно. Так, наверное, интересно, если я в каждую оденусь, в каждую из этих шмоточек оденусь, что-то будет? Хоть очими дадут? Надо его пойти искать, ну ладно, пойдем отсюда, не будем. Пока что здесь, посмотрим, что там еще есть. Стоп, почему я убился? Я же... Вот. Так, все, давайте валим отсюда. Что это за черные штучки такие вот висят? Есть вроде большая такая черная, но там факел горит в самом начале. А в остальных что интересно? Так. О, поменяем. Так, здесь что нас ждет? Ух ты, спортзал. Давайте по беговой дорожке. Музыка самая том. Кстати, почему-то вестерн какой-то играет. Такой больше вестерн. Какая-то музыка в стиле вестерн. Не знаю почему. Последний раз, по-моему, игра от этого автора играла какая-то индийская музыка. Кто, интересно, автор? Американец он там или кто? Что у него такая музыка своеобразная? Или он просто под флешку так подмирает? Так, хоп-хоп. Все соберем. Ну, видимо, пеллеты дают за задание. И вот... Ай, стоп! А, в корзинку мы запрыгивали или нет? Да, видимо, запрыгивали. А если много раз? Блин, а... В общем, да. Надо вот эти собрать и... И уходить отсюда. Давай, бери. Хоп, все, идем отсюда. Эхей, свобода. Так, а здесь у нас что? О, мы уже выполнили 151 ачивмент из 400. Так, флешка классная, мне очень нравится, что здесь такое разнообразие. Так, что? Хомяки. Почему это? Их надо уничтожать или что? А, по ним надо прыгать. Понятно, ну-ка. Ага, вот как это. Чтобы собрать все, нам придется вызывать хомяков и прыгать по ним. Понятно. Займемся этим тогда. Больше хомяков. Больше. Заодно и набьем какие-нибудь ачивменты на прыжки или еще что-нибудь в этом роде. Так, хомяки. Все, кончились, блин. Так. Стоп, я не хотел его убивать. Почему он убился? Так, давай. Оп. И вот это вот как-нибудь взял. Все. А, надо подавить хомяков. Стоп, у нас же комбо, надо, наверное, всех вызвать, всех раздавить, и тогда дадут ачивку. Поэтому, я думаю, этим надо заняться. Так, давайте заканчивать уже. Все, сейчас я точно должен передавить их всех. Так, хоп. Эй, да ладно, блин. Чё-то вы хомяки. Бум. Их 10 штук, по-моему, да, ведь? Да, кстати, там прибавляется очки. О, я не видел, что там еще есть, оказывается, что-то. Мне закрыл экран этой штукой. Так, ой, и шипы там, оказывается. Так, хомяки, потеснитесь. Мне нужны монетки. Все, оп. И снова вызывать. Надо по всем пройтись. Вроде бы просто, чуть не получается. Все. Так. Раз, два, три. Да. Мне эти хомяки в кошмарах будут сниться. Так, оп.
Оп. Да, да ну их! Я потом, пожалуй, займусь этим делом. Ах, тут с ними плохо станет. Так, ну тут что у меня? Что в этой трубе? Угу. Пещера какая-то. Так. Ну, отлично. А в чем здесь трудность? О, какие-то кубики здесь есть. Их надо собрать, наверное, или что это? Так, о, тихо. Вот сюда. Давайте поактивируем эти панельки, если уж они здесь стоят. Как я вот опять телепорт... А, там шипы были, я даже их не заметил. Так, сюда. Что это вообще за кубики такие? Ну, чем это не дают? Потому что постоянно, когда подбираю один кубик, эта штука двигается у нас. Так. Да. Вау. О, понял, куда надо идти. Вот здесь не взяли. Еще где есть такие? А, вот здесь вот. Блин. Тихо. Сейчас вот этот возьмем. И у нас откроется еще пару новых локаций, я думаю. Да хватит ты! Почему он не летит туда, куда я нажимаю? Вроде бы как бы ненормально. Все делаю. Так, аккуратно. Вот так! Да, ладно. О, а, нет, стоп, там не получится. Наш вверх будет поднимать. О, вот здесь вот, отлично. Так. Ага, теперь надо как-то... О, вот так вот, шикарно. Что за... Это пингвин какой-то, что ли? Или кто это такой? Или собака какая-то с бородой, я не знаю. Но сейчас подойдем, познакомимся. Так. О, я даже не видел. Игра трудная. Хотя опять же будут писать, что она легкая, но она трудная. Не важно, что вы скажете, она будет для меня трудной. Так. Да почему ты не сбрасываешь скорость-то? Почему ты такой неаэродинамичный-то? Слон, ты хренов! Так. О! О, так. Он нам дал пушку? А как с ней? Ух ты. Круто. Так. Сейчас мы сразу все ачивки получим с этой штуковины. Давай. Надо 500 раз на нее нажать. Ё-моё, ну и ачивки. Ладно, пока что это не будем делать. Стоп, а как туда? А, она задевает эти штуки всякие, до которых я не доставал. Занятно. О, так мы еще их и есть можем. Прям вечеринка. Шикарно. Ну ладно, на этом будем заканчивать. Надеюсь, флешка вам понравилась, так же, как и ролик. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписывайтесь. Пишите комментарии какие-нибудь интересные, что-нибудь. Что-нибудь не типа я первый, я второй, я третий, я что-нибудь интересное. Ну и в описании заглядывайте, там тоже есть интересные всякие ссылки и все такое. На этом все, всем спасибо, что смотрели, всем пока, всем удачи.